Праздник не мог обойти стороной воспитанников детского дома «Мерхемет». В канун Международного дня защиты детей в его актовом зале собрались шефы и попечители учреждения. Ребята подготовили для них праздничный концерт, продемонстрировав свои творческие таланты. Ну а гости, в свою очередь, пришли, конечно же, не с пустыми руками. Машина нерабочая, неисправна, то есть она не открывается, совершенно эти кнопки нерабочие. Стиральные машины, которые стоят в каждой группе, не всегда справляются с тем объемом вещей, которые приходится ежедневно стирать. И вот один из аппаратов пришел в негодность. Для воспитанников детского дома это стало неприятной новостью. Мы часто стираем вещи. Приходится вручную было стирать или в другую группу ходить. Если бы у нас появилась машина, это было вообще круто. Желания этих детей сбываются не только под Новый год, но и в День защиты детей. Так бизнес-отель «Татарстан» исполнил эту мечту воспитанников. Теперь у них новая стиральная машина. Гостиничный комплекс «Татарстан» – это наши друзья. Они неоднократно помогали нам в подписке журналов, газет. Всегда поддерживают нас, нашу библиотеку, пополняют нашу материальную базу. Шефство над детским домом бизнес-отель «Татарстан» взял более 4 лет назад. К оказанию помощи детям с нелегкой судьбой они нередко привлекают и своих клиентов. В 2012 году, да, на самом деле, у нас стартовала акция, с помощью которой мы собрали энное количество денег с помощью наших клиентов отеля и ресторана. На эти средства мы закупаем детишкам подарки. Мы на 1 сентября приходили к ним, закупали к ним рюкзаки, канцелярские принадлежности, которые были необходимы. Также на Новый год мы их приглашали к себе в гости, устраивали им праздник. У каждого праздника есть свое начало, но есть и конец. Но несмотря на это, шефы детского дома «Мерхемет» обещают, они готовы прийти на помощь этим детям в любое время, независимо от даты на календаре.